Сегодня с нами создатели фильма «Обитель зла. Последняя глава». Встречайте, режиссер фильма Пол Андерсон и исполнительница главной роли Мила Йовович. Добро пожаловать! Welcome. Привет, ребята! Спасибо большое, что вы здесь, и мы такие рады быть здесь, в Москве, и показать наш последний фильм из этой серии. И мне очень как-то грустно, что я буду где-то последний раз, представлять «Обитель зла» к вам. Ну, я думаю, что вы будете очень любить. It's crazy, so buckle your seatbelts and get ready, girls, to hold on to your guy or to your best friend. And you're gonna have an amazing time. Thank you so much for being here. Привет, Мила говорит, у нас совершенно сумасшедший фильм, так что пристегните ремни и, девушки, держитесь покрепче за своих парней, сейчас вас ждет потрясающий просмотр. Baby, gay Russian, please. Спасибо. This is the biggest and the best of the franchise. I think it brings everything to an explosive climax. This woman suffered. I tortured her for you. I hope you enjoyed it. Так, сейчас вам предстоит увидеть последний, но самый яркий, самый лучший фильм во всей франшизе. Эта женщина говорит, Пол сильно пострадала во время съемок, потому что я ее заставлял, я ее мучил. И она это делала не зря, сейчас вы все увидите своими глазами. Thank you.